хорошо, подтягиваем физику, работаем над взаимодействиями, тут привыкаем друг к другу. Я думаю, все идет по плану. Готовимся к товарищеским играм. Трей пока по своей программе, а Томас, да, сегодня уже. Я думаю, если вы снимали, вы видели там парочку втычек, несколько трешек хороших, то есть он в хорошей физической форме. Я думаю, что мы больше будем работать над какими-то своими мелочами. Конечно, нужна только победа, но больше, наверное, будет акцент на какие-то взаимодействия, чтобы мы начали лучше друг друга понимать, чувствовать на площадке.